Yes. Christ is risen. Indeed. Иисус когда-то сказал, He just said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Сильные слова. Слова, которыми, пожалуйста, молодежь, выходите, которыми мы должны жить. Слова, которые должны нас вдохновлять. The words which will give us courage. Иисус сказал ей, «Я – воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет, оживет. А кто живет и верит в Меня, тот никогда не умрет». И потом он задал вопрос, «Ты этому веришь?» Мы верим этому. Do we believe? Аминь. Let's pray. Dear Lord Jesus, we thank You from the bottom of our hearts for this beautiful morning that You create for all of us. I thank You that You bring my feet here, and I came here to listen to Your word and to glorify Your name. Is that Your name is the only name can be glorified. Because what You've done on the cross for our salvation, it's we cannot fully understand, but we believe You only the way to Your Holy Father. Господь милосердный, я благодарен Тебе, что своей великой любовью и милостью. Ты подарил нам этот новый день, в котором мы можем сегодня быть здесь, для того, чтобы слышать Твое Слово, и для того, чтобы славить Твое Святое Имя, ибо только Твое Имя достойно хвалы. Ты зашел на крест. Ты взял грехи всего мира. Ты избавил нас от смерти, Господь, и воскресением Своим Ты доказал победу жизни. Господь, я благодарен Тебе и прошу, прими сердечную благодарность за то, что Ты сделал для каждого из нас. Я прошу, Господь милосердный, увидеть каждое сердце. Все мы пришли сюда разные, и у каждого из нас что-то свое. Кто-то пришел сюда с горем, кто-то пришел сюда с переживанием, кто-то пришел сюда с радостью, что дожил до воскресного дня, чтобы быть вместе с Тобой, вместе с братьями в общении. Прошу Тебя, благослови. Благослови это время. Благослови слово, которое будет говориться сегодня. Господь, чтобы действительно это слово было действенным в жизни каждого из нас. Я еще раз благодарен Тебе, мой Господь, за милость Твою, которую мы имеем. Да будешь Ты прославлен и возвеличен через наши уста, в наших сердцах, наш Бог. Аминь.
нашу следующую песню, я бы хотел, чтобы мы все вместе, кто хочет, помолиться за то, что нам надо, за чтобы все было хорошо в мире, чтобы вся эта война закончилась. Каждый может помолиться о своем. Я приглашаю, чтобы все помолились. Кто может, тот пусть молится. Неважно о чем. Можно вслух, можно не вслух. Но давайте все вместе склоним наши головы. И давайте все вместе помолимся. Кто хочет. Милосердный Господь, я благодарен Тебе, что всех нас Ты призываешь, всех нас Ты принимаешь, Господь. И все мы имеем возможность приходить к Тебе, неважно в каком возрасте, Господь. Я прошу Тебя, наших самых маленьких, Господь, милосердных, о детях наших, которые, возможно, еще не понимая, но уже находятся здесь, в Боге. Господь милосердный, я прошу Тебя, чтобы в это время, в этом возрасте было заложено их сердца, их памяти детской, Твое имя, Твоя любовь, Господь милосердный, чтобы желание молиться Отче наш и говорить слава Богу было с самого детства их жизни, Господь, чтобы потом, возрастая, они становились Твоими детьми. Господь, я молю Тебя о наших подростках, о нашей молодежи, о тех, кто начинает эту взрослую жизнь и встречается уже с сложностями, которые не детские, Господь милосердный, и с теми обстоятельствами, которые гораздо сильнее их бывают. Я прошу Тебя, милосердный, дай им сил, упование на Тебя, верить в Тебя, Господь, послушание Тебе, быть сильными в этом мире, в мире, который предлагает дьявол грех, неправду, беззаконие. Господь, я прошу Тебя, укрепи их, помоги им быть сильными в Тебе. Я прошу о наших детях, о наших наследии, о тех, которые самые уязвимые. Будь их защитой, будь их оградой, Господь милосердный. Помоги нам быть взрослым примером для подражания, чтобы они в жизни каждого из нас видели Тебя. Спасибо Тебе за это, наш Господь. Аминь. Господи, я благодарен Тебе, благодарен за то, что Слово Твое, оно обновляется каждый день. Я благодарен Тебе за то, что солнце сегодня взошло и над злыми, и над добрыми людьми, Господь. Я благодарен Тебе за то, что церковь наша собирается для того, чтобы прославить имя Твое Святое, обновить свои молитвы, Господи, обновить прославление, прославить Тебя в проповедях, в пении, в стихах, Господь. И сегодня души пришли, чтобы все это сделать. Прими это как жертву, словословие и уста. За все Тебе слава. Аминь. Аминь. Dear God, I do want to come before you and pray and say thank you for allowing us to wake up today in the morning. Thank you for allowing us to get out of our beds and come here, Lord.
come to church today on this wonderful Sunday morning, Lord. Thank you. Thank you for allowing us to stand before you and praise you, Lord, to sing these wonderful songs to you, Lord. Thank you. Thank you for allowing us to see our brothers and sisters. Thank you. Thank you for allowing us to live today, Lord. Thank you. Please let the service be for you, Lord, and only for you. Let our hearts be open to the messages that are going to be said today, Lord. Just let us pick out something for ourselves, Lord. Let you speak to us. Let us allow you to speak to us, Lord, with those open hearts. Let this next song be for you, Lord. In your name I pray. Amen. Gives us all these blessings, and I want to say that it's a blessing that in this country where we live in, we don't have any wars. And I want to take this time for a couple people to pray about the wars that are going on. We hear that there's a lot of stuff going on in Israel right now, in Ukraine. I want to pray that people get along well, and я хочу, чтобы мы все помолились вместе, чтобы пару человек помолились о войне,
чтобы люди любили больше друга. И я закончу. I also want to pray before you, God, in this moment for the wars, so you give peace, so you give people the knowledge of you, Lord, and your love, so that all this bad stuff in the world can stop, Lord. Please intervene. Please give us your holiness, your love. Amen. Thank you.
Христос воскрес. Today we're going to continue Gospel of Matthew, chapter 9, from verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Matthew shows Jesus' human quality. I mean, it's God's quality, but it's reflected. He was moved with compassion for them. Have you ever been moved with compassion towards somebody or something? It's actually a question. And I want you to think about that. And can you recall one of those moments, at least one of those moments, when you were moved with compassion? At that moment, did you want to do something? At that moment, did you actually do something? When we are moved with compassion for someone, that feeling naturally prompts us to not just feel sorry for that person, but to actually do something, to help, to say, to pray. But often, right after that moment, logic and critical thinking kicks in. I told you so. That was a poor choice, right? Will this money be used for food they claim it's going to be used for? Or will they going to buy some drugs with them? Jesus was moved with compassion for them because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Jesus perfectly knew each and every one of those people. You know, Matthew compares that crowd to sheep and him to shepherd. You know, Bible illustrates quite a few responsibilities of a good shepherd. You know, caring for the flock. We can read Psalm 23. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Another responsibility of the shepherd, leading the flock. Psalm 78. But he brought his people out of like a flock. He led them like sheep through the wilderness. He guided them safely so they were unafraid, but the sea engulfed their enemies. Shepherds protects sheep, protects from danger. Even though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. It's a very known verse, right? Good shepherd knows everyone in his flock. John 10:3-4. The gatekeeper opens the gate for them, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all of his own, he goes on ahead of them, and he and his sheep follow him because they know his voice. Good shepherd provides care, not just leading, not just knowing. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. And if sheep gets lost, good shepherd goes and finds the sheep, right? In Luke, we read, suppose one of you had 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? You know, I just was searching some interesting facts about sheep. General perspective of the sheep, it's somewhat dumb animal, right? In reality, sheep are quite intelligent. Their IQ, animal IQ, is compared to the one of pigs. And pigs are pretty smart. Sheep can remember about 50 other sheep, even people's faces, for about a year.
if they don't see it in that year. They don't have upper teeth up front. Dams or mama sheep can recognize which lamb is theirs among hundreds of others. They're very capable of experiencing emotions, very similar to humans. Sheep can be angry. Sheep can feel afraid. They can be bored. They can be sad. You know, when that shepherd is not with the sheep, they have no chance in real, open, wild. You know, Jesus expresses his compassion in a very interesting way. He says, then he said to his disciples, verse 37, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. We read in two other gospels from John and Luke, similar, and I want to read it. John chapter 4, verse 35. Do you not say, there are still 4 months, and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. And Jesus is not talking about actual fields. Luke gives us a little bit more details. In chapter 10, we read, after these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them two by two before his face into every city and place where he himself was about to go. Then he said to them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So this happens when Jesus gave, I would say, order to 70 disciples to go two by two and spread the gospel. And when Jesus saying harvest, he meant all those people who came to hear the news of his preaching, those who came to be healed, those who came to be freed from bondages of their lives, and possibly those who just came with the crowd. You know, harvest in Bible also has a different picture. We see throughout the gospel that harvest is associated with the day when wheat will be separated from tares, when people who belong to God will be separated from the ones who don't. You know, Jesus shows a big contrast by saying there is a big, big harvest, big harvest, big harvest, and very few people who are there to work on that harvest. In my childhood and teenage years, I and my brother, we often spent summer time at the village with our grandparents. And we did take quite proactive form in taking care of garden and fields that our grandparents had. And you know, some vegetables, they can be harvested for a longer period of time, like potatoes, beets. They're not that crucial to be collected right away. Berries, cucumbers, tomatoes, they're a little bit more, well, they're much more fragile in the sense they need to be picked right on time, not too early, not too late. But what I always liked as a kid, which seemed to be very significant to me, it was when the grain was collected. The way it was done back then, there was a big field which belonged to government, belonged to collective farms. And in the August, usually late August, when the fields were ready to be harvested, weather was not accommodating. So when the good day comes in, there would be a column of combines going to the field, which would be several miles long by several miles wide. And they go one after another, offset a little bit, going around. And after each route, after a certain distance, they would drop a big pile of saloma, hay. But what it also had in there, what we were doing, we were collecting wheat husk. It was in some part of it. So that was fun to do that.
And I remember sometimes that ended, lasted until like past midnight. Because when you catch that weather, it had to be done promptly. Back in the time of Jesus, there was no combines. Everything was done primarily by human labor, sometimes with use of animal help. But nevertheless, it was very important to have trained laborer who can do their work quickly enough and well enough. Therefore, praise the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Interesting statement that praise the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. If he is the Lord of the harvest, doesn't he know how much harvest to expect? Doesn't he know how many laborers are needed in order for that harvest to be collected properly? Why does he need to be prayed? Why does he need to be prayed to send more people? In Luke, we read that Jesus tells this not to everybody, but he tells it to those 70 that he sent ahead of him, to those who were already part of his ministry. And any ministry starts with a prayer. Pray the Lord of the harvest. And, you know, in this situation, Jesus gives amazing authority and power to the 70 people, Luke 9, and heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. And later in the chapter, we read the reaction of those 70 when they came back. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. I want to point out the disciples did exactly what Jesus told them to do, and they came with amazing result. You know, what we see in here, that when God sends his laborer, he equips that person with all necessary power, all necessary knowledge. He helps to fulfill the duty. If the 70 were to go on their own without actually being sent by Jesus, trying to do good things, they probably would do something. But they would never accomplish what they did being sent by him directly. In Acts, we can read about sons of Sceva who tried to do what Paul did. And they end up to be humiliated because they didn't have authority to do what they tried to do. They tried to cast out demons. They had no authority to do so. I have no doubt that God perfectly knows how many people he needs to accomplish his work. He knows, and he wants us to be part of it. You know, Jesus invites us to pray. We can relate it to life around us. We can relate it to the church life when we're constantly saying, okay, we need school teachers. We need musicians. We need people to take care of the buildings. And for some reason, it kind of goes by. Oops, goes by. Somebody else will do it, not me. Well, maybe we are the ones who should do it. But we definitely should ask God, God, what do you want me to do? You know, spreading the gospel, which was the main thing of Jesus, which should be the main thing in our lives here as well, starts with a prayer. And when we start, we ask, we understand that we have to do something. We ask God, send me, equip me. And then we should be very careful to listen to what God wants us to do in particular. We can think, oh, I want to do this. But God can say, nope, you're going to be good at something else. That brings another question, how do we hear God? And do we hear God?
You know, sometimes I feel like a pilot who flies an airplane without looking outside, just looking at the instruments, you know, trusting instruments. Yes, getting from point A to point B, but actually without seeing what's around me. Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded to you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Pray, go, make, baptize, teach. Господь и Бог наш, подяка, що ти наш Господь, що ти наш Бог, що ти наш Батько, подяка, що ти Lord of the Harvest, подяка, що в тебе є resources, що в тебе є люди, що в тебе є authorities and powers to do anything that needs to be done. І подяка за те, що ти хочеш, щоб ми всі були частиною цього, не просто стояли з боку і дивилися, how things go by, but actually be active part of your life, of your plan. Help us to hear your voice and do exactly what you want us to do so we can have your power to the fullest. Amen. Рожевими лисками Христос воскрес, Христос воскрес, пливе понад садами. Погляну же моя кругом, яке сьогодні свято, співай ти оцей псалом. Воскрес Христос, кажется, если бы вот такое состояние наше радостное, такое uplifting, было всегда, не только вот во время пасхальное, да,
Это было бы так, наверное, помогало бы нам в жизни. Мне очень нравится, я уже когда-то об этом говорил. Если кто-то слушает или смотрит проповеди Юрия Кирилловича Сипко, он всегда начинает этой фразой «Христос воскрес». Всегда. И оно по-настоящему, не знаю, ну, мне кажется, это такое воздействие этой фразы очень сильное. Мы будем сейчас опять молиться. Будем молиться, потому что мы при всем благословении, при всем том, что Господь даровал нам в своем воскресении, в своем присутствии в нашей жизни, у нас есть моменты, когда мы печальны, когда мы переживаем, когда мы нуждаемся в Боге. Очень сильно. Мы нуждаемся в Боге, потому что есть тревоги, которые только Он может успокоить. И доверяя Ему, только тогда у нас будет по-настоящему, знаете, радость. Радость в том, что ты знаешь, есть Тот, Который о тебе позаботится. Мы будем молиться о просьбе, которая, Нина Трофимовна, мы будем о вас молиться, в частности. Нина Трофимовна, 17 апреля будет операция. И как мы уже, я думаю, многие и молимся, и вспоминаем, и будем молиться, чтобы Господь особенным образом своим благословением, руками врачей сделал то, что необходимо. И мы верим, что мы вслед за этим будем молиться о том, что, слава Богу, вы опять здесь, в церкви. Мы будем видеть вас и будем радоваться. Также просьба Николая Сберуна. У него тоже, мы молились, была благодарность. В прошлое воскресенье говорилось о том, что он пережил и идет на поправку, но сейчас ему опять предстоит операция на глаза на этой неделе, и он просит опять, пожалуйста, церковь молиться о том, чтобы Господь благословил. Я уверен, что все мы где-то что-то у нас, у кого-то болит что-то, где-то мы чувствуем неудобства, нас лечат. И я уверен, что руки тех людей, которые лечат, являются руками Господними, которые Господь хочет, чтобы мы выздоравливали. Поэтому да благословит Господь каждого из нас. Также еще одна просьба супруга Олега Василенко, о супруге своей, о жене своей Вале. Она сейчас находится в Израиле. Да, не самое классное время быть в Израиле сейчас, наверное, да, мы думаем. Но я уверен, что я точно знаю, что Господь свою землю не оставит ни в коем случае. 25 числа ей предстоит лететь обратно. Давайте будем вспоминать, чтобы Господь благословил, чтобы аэропорты не закрылись, чтобы еще больше ничего не началось, да, потому что это тоже может быть, и это переживание, которое есть у мужа, у детей, вероятно, ну, хотя вот он говорит, что она смотрела на все вот эти вот, и было как-то ей довольно-таки спокойно. Не так оно страшно. Слава Богу, что Господь защищает. И мы также будем молиться, чтобы Господь благословил нас, дающих. Я хочу, чтобы мы, я так мягко подхожу к тому, что Господь благословляет нас обильно здесь. Да? Мы все сыты, мы все здоровы, мы все одеты, мы все имеем прекрасные места, где мы живем, и ездим мы хорошо, нам очень хорошо. И нам благословение Господне, чтобы нам нужно делиться тем, что нам Господь дает. Поделиться, потому что есть нужды, на которые нужны финансы, на которые нужна помощь. Поэтому давайте мы приготовимся, мы будем, братья, прошу, приготовьтесь, и все остальные приготовьте то, что вы принесли для того, чтобы благословить церковь. Давайте мы все встанем. И вознесем прошение Господу. Господь милосердный, снова мы приходим к Тебе,
Господь, Ты знаешь абсолютно все, Ты знаешь прежде нашего прошения, Ты знаешь все прежде того, как мы об этом знаем, и Ты знаешь результат, Ты знаешь все, что будет дальше. Господь, мы приносим в Твои святые руки и понимаем, что в Тебе будет все хорошо, с Тобой будет самое лучшее, Господь. Ты имеешь для каждого из нас самое хорошее, как любящий Отец. Господь милосердный, мы молим Тебя о предстоящей операции Нины Трофимовны. Мы просим Тебя, Господь милосердный, благослови врачей, чтобы они ничего не забыли, чтобы они все знали, чтобы они знали, что они делают, Господь, чтобы их разум и их руки были, Господи, благословенны Тобой. Также мы просим за Николая Заберуна и в его предстоящей операции, просим Твоего благословения. Благослови, Господь милосердный. Мы просим для нашей сестры Вали, там, где она находится сейчас, чтобы ничего никаким образом не нарушило ее жизнь, несмотря на то, что она находится там, где угроза. И мы просим Тебя, угроза войны, угроза какого-то беспокойства, великого, большого беспокойства. Господь, я прошу Тебя, Ты благослови ее, благослови остаток ее пребывания там, где она сейчас находится, Господь, и благослови, чтобы она благополучно, без всяких проблем прилетела обратно домой и встретилась со своей семьей и прославила Твое святое имя. Господь милосердный, Ты так обильно и чудно благословляешь нас, живя здесь, на этой земле, в этой стране. Ты даешь нам работу, Ты даешь нам здоровье, Господь, Ты даешь нам необходимое все для жизни. Господь, я благодарен Тебе за это и прошу, помоги, чтобы в нашем разуме, чтобы в нашем понимании мы никогда не думали, что это только мы заработали, мы сделали, мы этого достигли, Господь. Все это от Тебя, все это Твоим благословением, Господь. Прошу Тебя, помоги, чтобы наша рука никогда не переставала давать и делиться тем, чем Ты благословляешь нас. Благослови каждого. Прошу Тебя, Господь милосердный, прими еще раз сердечную благодарность за все те милости и благословения, которые мы имеем в Тебе. Господь Иисус, я благодарю Тебя за спасение, которое Ты даровал каждому из нас, и понимание того, что у нас есть эта радость, у нас есть это будущее, у нас есть Ты, наш Господь. Слава Тебе за это. Аминь. Thank you.
Спасибо большое, молодежь. Очень здорово. Я там стоял, нервничал. Как-то я не начал нервничать еще, по-моему, со вчерашнего утра. И что-то это все шло больше, больше, больше и больше. И я уже прям такой вот... А тут вот они так спели здорово, я с ними тоже подпевал. Аж прямо это отпустило. Ну, а теперь посмотрим, поможет ли это нам услышать то, что Господь приготовил сегодня. Итак, мы продолжаем читать Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 стиха. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолам имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили». Даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом тот, приветствуйте, говоря ему, мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир ваш будет, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Ну и вроде как бы все понятно. Вроде как бы все понятно. У Иисуса были ученики, Он их благословил, наделил их властью изгонять бесов, врачевать и пустил проповедовать Царство Божие. Те, которые принимают, молодцы, становятся частью Царства Божия. Те, которые не принимают, ну, сами выбрали. Вот, что ж с ними сделать? И как бы все понятно, но Библия такая уникальная книга, как оказывается. Чем больше кажется, что все просто, и чем больше начинаешь читать и изучать, то начинаешь видеть намного глубже вещи, которые там написаны, чем кажется изначально. И чем больше я читал и вникал, я как-то не мог остановиться и начал понимать, что я просто тону в этих стихах, тону в величии и великолепии Бога. И я понял, что я застрял на первом стихе и утонул. Ну, я просто погряз во власти Христа. Иисус посылает учеников проповедовать и наделяет их властью откуда была у него эта власть от кого ага так ну вы знаете народ тоже начал это замечать еще чуть раньше в конце Нагорной проповеди после того как Иисус ее проговорил народу, и они выслушали,
«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И я начал думать об этой власти». И как бы я пришел к тому пониманию о том, что ну а что же это за власть, откуда она берется, что-то, где власть есть. И таким образом я пришел к устройству государства, к праву, юриспруденции и так далее. И я понял, что это будет долгая проповедь. Готовьтесь. Итак, государство состоит или есть форма ее распределения в государстве, форма власти или форма государственного правления. Первое – это монархия. Форма правления, при которой высшая государственная власть пожизненно принадлежит одному человеку, единоличному главе государства, монарху, который занимает престол, и она, власть, передается по наследству. В таком случае только один человек имеет полную власть, и, в общем-то, он что хочет, то и делает. В противовес разработалась форма разделения власти на различные ветви для баланса. То есть такая власть у нас в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Вот, она делится на несколько групп. Вот, одна из групп – это исполнительная ветвь власти, законодательная и судебная власть. Исполнительная власть. И как с этим всем связан Иисус Христос? В самом начале Нагорной проповеди Иисус заявил, что Он обладает исполнительной властью. Вы заметили это? Я тоже не заметил. Но вот когда начал разбирать вопрос власти, то там таки да, он говорит: не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Исполнительной властью в современном государстве владеет правительство, кабинет министров во главе с премьером. Их задача править страной, заботиться о благосостоянии народа, руководствуясь законом. Иисус как бы объявляет себя правителем. Он пришел для того, чтобы исполнить закон, исполнить Писание, исполнить всякую правду, мы читаем Матфея 3:15, исполнить волю пославшего Его Отца, Иоанн пишет. Как правитель Иисус обладает всей полнотой исполнительной власти. Все человечество, как мы знаем, находилось в рабстве греха, и только Он, Агнец Божий, был достоин раскрыть книгу за семи печатями. Другого не нашлось ни на небе, ни на земле. И Он сказал: «Иду исполнить волю Твою, Боже». Спасибо. И пришел на землю исполнить закон. Закон требовал непорочной жертвы за грех человечества, и Христос стал ей, принеся самого себя в жертву. Кто, кроме Него, был способен на такое? Иисус единственный, кто владеет всей исполнительной властью во Вселенной. Вторая ветвь власти – законодательная. Господь обладает не только исполнительной властью, но и законодательной. Он не только глава правительства, но Он и законодатель. В современном демократическом государстве эти функции власти строго разграничены. То есть есть суд, судья, конституционный судья, наверное, там самые высшие какие-то, и отдельно министры не имеют права утверждать новые законы. Законодательная власть принадлежит парламенту. Иисус воплощает в себе и то, и другое. И вся Его Нагорная проповедь – это комментарий к новому закону. Он отменяет прежние параграфы, утверждает новый, говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Эти комментарии вызывали, легкое постоянное раздражение у фарисеев, у книжников, тех, которые блюли закон. Вот, но он же добавляет закон. Он же говорит что-то не оттуда, даже больше. Но он говорит это с какой-то такой властью. И откуда у него эти полномочия? Иисус много раз говорил, что полномочия такой власти он получил непосредственно от Бога Отца. «Сию заповедь получил я от Отца моего», в Иоанне написано. Также «я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Третья часть – судебная власть. Кроме исполнительной и законодательной власти, Иисус обладает полнотой власти вершить правосудие. Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Иоанна 5:22. Мы часто упускаем это из виду, тогда как и беремся за самосуд. Мы самостоятельно можем вынести определенные приговоры по определенным решениям определенным людям или всем подряд, тем, кто нам нравится или не нравится, в произвольном. Но Писание нам напоминает о том, что един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Иакова 4:12. Читая Нагорную проповедь, мы слышим: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Иисус дает нам представление о принципах божественного судопроизводства. Также Он говорит, что Он судья милосердный, и Иисус любит миловать. Сын человеческий, единственный, кто имеет власть на земле прощать грехи, и он щедро пользуется этой властью. В то же время он судья праведный, и посредством его Бог будет судить всю вселенную, малых и больших, живых и мертвых. Всем должно явиться предсудилище Христово. Бог Отец дал Иисусу власть производить суд. Это в Коринфянах и Иоанна также. И в довершение к этому всему, Иисус обладает монархической властью, так как Он прямой наследник престола. Он Сын Бога Всемогущего. То есть все возможные ветви и отрасли власти сосредоточены в Нем. И это люди замечают, просто общаясь с Ним, или слыша то, что Он делает, или видя дела Его. Вы знаете, интересный момент я увидел о том, что монархи не имеют никакой ответственности перед своим народом. То есть, вот что бы царь ни сделал, то его подданные не могут его ни судить, ни могут там на кухне что-то сказать, вот, хороший царь или плохой. Но по факту в мире невозможно ничего сделать с царем.
пока он живой. Иисус не захватывает власть. Иисус не покоряет силой народы, территории, людей. Он не ставит людей на колени, Он не осеняет всех своей властью и не давит всех своим превосходством, несмотря на то, что у Него есть полные права. Но любовью своей и своей жертвой, и своим примером показывает нам и открывает себя, и открывает Отца. Вы знаете, как интересно, власть, независимо от того, насколько мы к ней причастны, нравится она нам или не нравится, ну, вот я, например, помню такие вещи. У меня, когда я был в Украине, когда я жил в Украине, у меня было несколько визиток в кошельке. Вот, людей, которых я знал, которые власть имеющие люди. И эти визитки сами по себе имели такое волшебное свойство открывать двери там, где они закрыты были для людей, у которых этих визиток нет. Вот. Или ну, мы немножко смеялись, так что говорили, что фотография с президентом в машине работает лучше, чем иконка. И на самом деле это может быть и так. Потому что люди видят причастие наше к какой-то определенной власти и по-другому начинают относиться. И по-другому начинают видеть. И такие вещи, это, ну, они всегда и везде. То есть одно дело, если нам скажут, что приедет, ну не знаю, пастор из соседней церкви к нам проповедовать, а другое дело, если скажут, что ну, Байден или Трамп заглянет. Я думаю, что здесь не будет пустых мест. Вот. Я думаю, что мы будем все с утра, вот, все будет блестеть, все будут красивые, все везде люди будут. И на улице. Вот. Может, даже крышу разберут, если кому-то сильно нужно будет. Ощущаем ли мы власть Христа как таковую? Или мы чувствуем Его как, ну или видим, ну вот Христос, ну вот, ну как бы. Насколько свыклись мы с пониманием вообще, с кем мы имеем дело? Кто стал жертвой за нас? Кто пролил кровь свою за нас, кто отдал свою жизнь за нас. Еще немножко, я понял, что я утомил всех разговорами, но держитесь, еще как минимум полчаса. Я готовился. Вы знаете, бывает так, что во время проповеди люди засыпают. Ну, у меня тоже такое было. Вот. Ну, сегодня главное, чтобы проповедник не уснул, потому что я, в общем-то, очень мало спал. Вот. Позавчера. Итак, власть Христа по факту. То есть государственные схемы, они как-то, они вроде существуют, но они как-то вот далеко все-таки. Мы не там, мы не ощущаем всей этой мощи. Давайте по факту, что Христос может делать, что Он делал и так далее. Вот прямо по Матфею, потому что мы читали. Первое. У Христа есть неоспоримая власть над демонами. Матфея, 8 главе мы читали. Да? Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Матфея, 8 глава, с 28 по 34 стих. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергенсинскую, его встретили
Два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Интересно, что люди не видят так далеко вот эту славу, величие и власть Христа, как вот эти бесноватые. То есть они увидели и распознали его издалека, поняли, кто это. Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы попросили его: «Если выгонишь нас, то пошли в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Интересно, бесноватые рассмотрели в нем величие, бесы увидели в нем власть, бесы поняли, с кем они имеют дело, а люди говорят: «Что-то ты нам не нравишься. Мы тут уже урон понесли какой-то, уже свиньи тут убежали. Вот, это, ну, не подходит нам такое. Да, может ты пойдешь в сторону, куда-то в другое место». Для Христа достаточно одного слова бесам: «Идите», и они спешат удалиться. Сколько бы их ни было, достаточно одного слова Христа, и они повинуются и уходят. Демоны знают, что он их господин, что он имеет власть над ними. И они знают, что он Сын Божий. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». И время свое знают, и конец свой знают. Христос имеет власть над болезнями. Евангелие Матфея, 8 глава, 2-3 стих, говорится о прокаженном, который подошел к Христу и, кланяясь ему, сказал: «Вот подошел прокаженный», и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся, сказал его: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Я не знаю, ну, мне кажется, мне бы хотелось это видеть. Я думаю, что всем докторам хотелось бы это увидеть. Макс. Слугу сотника он исцелил на расстоянии. «Иди». Он ему говорит: «И так, как ты веровал, будет тебе». И выздоровел слуга его тот час. Также Господь исцелил тещу Петра от горячки. Это все Матфей описывает. 14 глава, с 13 по 14 стих. «Удалился Иисус на лодке в пустынное место, один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними и исцелил больных их». То есть множество людей привело, пришло, не знаю, как... Больные разные, но они дошли до Иисуса. Он жалился на ним, он понял, что, ну, люди изнемогли. Они его искали, и он исцелил. Матфея, 21 глава, 14-15 стих. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих: „Осанна сыну Давидову“, вознегодовали». Ну, кажется, ну как так? Ну как? Ну в чем, почему? Вот, ну, чудеса перед вами происходят, такие, которые невиданные, просто вот массовые исцеления людей, вот этих же людей, слепых, немых, больных, вот которых вы все знали, которые в храме, вот тут перед вами каждый день вознегодовали.
Христос имеет власть над смертью. Мы знаем как минимум три примера. Это воскрешение Лазаря, воскрешение сына вдовы Наинской и воскрешение... Молодцы. Христос имеет власть над природой. Матфея, 8 глава, 23-27 стих. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики, подойдя к нему, разбудили его, сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Ну, может быть, если они привыкли, что он исцеляет людей. Ну, ветер остановить, волны, ну, такого не видано было. Иисус имеет власть над животным и растительным миром. Матфея, 17 глава, 24-27 стих. «Когда они пришли в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: „Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Монетки. И он говорит: „Да“. Когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: „Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?“ Петр говорит ему: „С посторонних“. И Иисус сказал ему: „Итак, сыны свои свободны от сборов. Но чтобы нам не соблазнять их, пойди на море, брось удочку, забрось. И первую рыбу, которую ты словишь, которая попадется, возьми, открыв рот у нее, найдешь сатир, монетку“». Как такое возможно? Сколько в море рыбы? Как заставить эту рыбу, чтобы она словила? Сначала монетку проглотила, а потом крючок. Вы понимаете возможную вероятность, чтобы это произошло? Еще один пример. Поймали как-то моряки великое множество рыбы. Евангелие от Марка, 14 глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симона, он попросил его отплыть несколько от берега и сел, учил народ из лодки. Когда перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Мы уже и сети помыли, мы уже свернули удочки, мы устали и хотим спать. Голодные мы, не голодные, но мы уже наловились“. Они уже наловились. Если вы хоть сколько-то понимаете азарт рыбака, вот, то забрасываешь, пока не стемнеет или пока все не оборвется. Вот они уже все отловили. Они уже сделали все, что только можно. Он говорит: „Но по слову твоему закину сеть“. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал коленями Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“. Вот тут Симон увидел величие. Вот тут он увидел величие. Когда он услышал, что Бог сказал, сделал, как Бог сказал, забросил туда, где Бог сказал, и получил. И тут он увидел величие Бога. Тут он увидел Его власть.
ибо ужас объял его и всех бывших с ним. От этого лова рыб ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших сотоварищей Симонов, и сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, что? Оставили все и последовали за ним. А теперь следующий нонсенс. Рыбаки, которые только что словили невиданное количество рыбы, были настолько поражены силой и могуществом Иисуса, что когда Он их позвал, они оставили все и пошли за Ним. Иисус имеет власть над физическими законами. Иисус ходит по воде. Ну, чего бы нет. Мы уже привыкли к этому, к этой истории, в том, что Иисус ходит по воде. Так мало того, что Иисус ходит по воде, еще кто-то ходит по воде за Ним. Кто? А? Почему? Поверил, захотел. Он захотел тоже. Он увидел, посмотрел и захотел. Ну, потом он испугался, начал тонуть. Иисус простер руку к нему, подержал и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» А следующая строчка, знаете какая? Это 32 стих. И когда, следующее слово какое? Вошли. Скажите мне, как вы представляете это? Вошли в лодку. Не закарабкались на лодку с воды, они зашли в лодку. Вот как будто бы лодка стояла на земле. Они вдвоем. После того, как Симон испугался, но обратился к Христу, он поднялся и вместе с Христом дальше пошел по воде и зашел в лодку. Нас часто что-то пугает в нашей жизни. У нас есть переживания, у нас есть сомнения, у нас есть различные трудности. Но если Христос держит тебя за руку, то какие проблемы? Главное верить, доверяться и идти с Ним. Или это хотите сказать, легко сказать? Да? Я знаю. Сказать легко. Вот и Петр сказал легко. Раз ты идешь, и я хочу. Вот он сказал, но он пошел. Испугался. Но мы часто даже первый шаг не делаем. Мы часто не делаем даже первый шаг. Осознавая величие Бога или не осознавая величие Бога, вот, и Его возможности, и Его желание сделать для нас невероятное, мы даже не делаем первый шаг. Христос имеет власть над физико-химическими свойствами веществ. Вот так я написал. Ну, потому что я по-другому не знаю, как это назвать. Как можно назвать по-другому? Превращение воды в вино. Но я думаю, это физико-химические свойства веществ. То есть, что-то одно он может превратить в другое моментально. Это же процесс создания вина. То есть должен вырасти виноград, виноград нужно собрать, помять, подавить, он должен забродить, там все эти процессы, это же сколько времени прошло. Вот так. Наливайте. Давайте прочитаем. Иоанна 2 глава, с 1 по 11 стих. На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус, и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матери Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: ну и что мне? И тебе, жена, не пришел еще час мой.
А мать его сказала учителям, что скажет он служителям, что скажет он вам, то и делайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю для очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. Люди, которые это делали, они понимали, что если они принесут непонятно что к распорядителю пира, их уволят. Ну вот, и вот самое подходящее слово, вот самое ласковое вот с этого всего варианта, вот, их просто уволят. Ну потому что распорядитель пира ожидает продукт, он ожидает качества. Он ожидает, что ему принесут вино, то, что он должно принести. А они ему несут непонятно что, они не смотрят туда. И когда же распорядитель отведал, 9 стих, следующий стих, переключи, пожалуйста. И когда же распорядитель отведал чего? Чего отведал? Отведал воды, сделавшейся вином. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это, знали только служители и почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит: ух, ну ты молодец, не ожидал. Самое лучшее вино ты оставил на конец. Когда обычно в конце там что-то уже, что осталось, вот, доливают, разбавляют и так далее, уже там кто там разбирается в вкусовых качествах. Он же, я думаю, понимает в вине и в качестве вина. Итак, Иисус положил начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. У Иисуса есть власть, власть превращать воду в вино. Обычному человеку на этом можно остановиться. Можно остановиться. Если бы у нас пастор мог превращать воду в вино, у нас бы был бы небольшой заводик, где бы мы бы все тихонечко разливали бы с краника по бутылочкам. Все, чудо. Что нужно еще? Постоянный, не заканчивающийся поток чуда. Можно было бы остановиться и жить себе припеваючи. Или припеваючи. Не знаю, ну как-то. Еще один вариант физико-химических свойств. Чудесное насыщение 5000 человек – 5 хлебами. Мы знаем историю? Ну, знаем с воскресной школы. Все знают. Христос проповедует в пустынном месте, и за ним идут народ. Ученики его просят отпустить людей, чтобы те могли купить себе немножко пищи. Потому что все устали и понимают, что пустынное место. Но Иисус сказал им, это Матфея 14 глава, 16 по 21 стих, но Иисус сказал им: не нужно идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. Интересно, что в предыдущем случае вот эти вот служители, которые несли чаши или ведра, что там были, вот эти вот, с водой, они не задавали вопросов. Мария сказала: вот что он вам говорит, то делайте. И они просто исполняли. Ученики, они же ученики, они уже достаточно видели.
Они же видели исцеление, и по воде ходили, и то, и все, вот все видели. И поэтому они задают дополнительные вопросы. Подожди-ка, у нас только есть 5 хлебов и 2 рыбы. Как ты себе это представляешь? То есть им нужно еще объяснить. Ну подожди, вы же видели. Ну сейчас что-то будет, наверное. Ну, не знаю, ну, караван какой-то пройдет, пронесет. Ну, про манну с неба мы читали. Ну, что-то будет. Но они все равно говорят, ну, вот у нас только 5 хлебов и 2 рыбы. Как? Ну, как? Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все. И насытились. А для того, чтобы потом, через 2000 лет, не сказали, что это была массовая галлюцинация, что солнышко напекло, и они все что-то там не поняли, то набрали еще оставшихся кусков от того, что не съели, 12 коробов полных. Так, чтобы наверняка, так, чтобы всем доказать, так, чтобы всем показать, и чтобы всех насытились. Неужели Христу нужно что-то доказывать? Мне кажется, что Он ничего не доказывал здесь. Он просто позаботился об этом количестве народа, который шел за Ним, которые оставили все и не думали о том, что мы же там будем день или два в пустынном месте, что нам есть. Вот эти больные, хромые, какие люди шли за Христом, им больше ничего. Они доверились и просто шли. Около 5000 человек, кроме... А сколько обычно женщин и детей по сравнению к мужчинам? В два раза больше, как минимум, да? То есть, если женщина и один ребенок, то это уже, ну, в 3 получается, да? То есть, если мужчина, женщина и ребенок, то это уже в 3 раза больше. А если несколько детей, то это намного больше. Бог заботится о тех, кто пошел за Ним. Иисус имеет власть над ангелами. Ну, это уже совсем. Ангелы – служебные духи, через которых Господь делает свое дело. И Христос, когда... Вы знаете, Петр, Христа берут в Гефсимании. Петр понимает, чем это закончится, выхватывает меч. И что делает? Ну, я не думаю, что он ухо хотел отрезать. Ну, вы действительно думаете, что он хотел отрезать ухо человеку? Я думаю, что он, ну, промахнулся. Он промахнулся. Просто так человеку ухо не отрежешь. Он вытаскивает меч и идет воевать за своего учителя. После того, когда Христос это останавливает, возвращает ухо человеку на место, при всех, при свидетелях, при тех, кто пришли его брать с копьями, с мечами, он говорит: Петру, неужели ты думаешь, что я не могу умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов для того, чтобы разобраться с вот этой вот кучкой смертных, которые что-то тут вот. Для евреев было более подробно описано, потому что они ангелов как-то чуть больше возвысили, поэтому в послании евреям там намного больше описано о власти Христа над ангелами, что Бог многократно, 1 евреям с 1 по 14 стих, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего.
Помните, мы говорили о власти, о монаршеской власти, наследник всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостась его, Отца, и, держав все словом силы своей, совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов Бог сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И еще, да, я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Христос имеет неоспоримую власть над ангелами. А еще Христос имеет власть прощать грехи. И, наверное, из всех вот этих вот списка чудес и властей, такая вот самая какая-то невзрачная. Тут вот власть над ангелами, власть над природой, вот. А тут прощать грехи. Ну, где они, ну что они? А оказывается, это самая большая власть, самая большая привилегия, самая большая цель для Иисуса Христа – простить грехи человечества, сделать так, чтобы мы имели прощение. Матфея 9 глава, со 2 по 8 стих. И вот принесли к ним, мы читали это все. Знаете, да? Вы замечали, да, что мы это, почти все, что я читал, мы уже читали, мы уже проходили это. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе. Ну, то есть тут еще одно. Иисус имеет власть читать помышления человеческие. Сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления, им сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель свою и иди в дом твой». И он, просыпаемся, и он встал и пошел. Встал, взял постель свою и прошел. А мог не встать. Ну, мог же. Ну, то есть его друзья привели, друзья верили, друзья разобрали крышу, друзья его спустили. Но если бы он никакого не имел желания или веры, то никуда бы он не пошел. Даже будучи исцеленным. Не верите? Кажется, ну если Христос сказал, то нужно взять и пойти. Да не так. Единственные существа во всей вселенной, которые делают не так, как Господь говорит, это... А? Да, это мы с вами. Рыба повинуется, идет где-то в море, ищет эту монетку, ловит ее, а потом прыгает на крючок. Волны утихают, вода превращается в вино, ангелы смолкают, вся вселенная припадает к ногам,
А люди говорят, да, слушай, какой-то ты непонятной силой это делаешь. Что-то нам не нравится, не подходит. Мало того, когда он облекает своих учеников в эту силу и власть, в те дома, которые они заходят, он говорит, что ну вас не примут. Вы пойдете туда с этой властью прощать грехи, изгонять бесов, исцелять, творить чудеса. Вы теперь мои представители. Вы мои представители. Идите. И все это будет. И они идут. И делают. И что? И точно так же, как и Христа, как выходят люди из города и говорят, не, давай, ты только что тут вот что-то сказал, бесы прыгнули в свиней, еще вдруг что-то скажешь. Может, не заходи в наш город. Не нужен ты нам. Не нужен ты нам. Они его просят уйти не потому, что, как Петр говорит, выйди из моей лодки, я недостоин. Я недостоин находиться здесь в твоем присутствии. Я недостоин находиться здесь в твоем величии. Я ничтожество. Нет, люди говорят, нет. Просто уйди от нас. Ты нам не нравишься. Нам непонятно, что ты делаешь. Ты делаешь не так, как мы хотим. И вот ученики, получившие власть, идут. Седьмой стих, Евангелие от Матфея, 10 глава. И он говорит, идите, проповедуйте не о том, что я, и не о том, что вы можете, а о том, что приблизилось Царство Небесное, и у людей, у народа израильского есть возможность получить гражданство Небесного Царства. Просто так. Для того, чтобы получить гражданство Америки, сколько нужно мучиться? 5 лет после удачного попадания сюда, да? А многие люди стараются и не получают. Я слышал, что люди в Индии, которые подают, у них очередь больше, чем на 30 лет. То есть через 30 лет, может быть, будут их документы рассматривать, если они будут живые. Бесплатно, просто так, прямо сейчас вы можете стать членами Небесного Царства. Вы можете получить гражданство, вы можете получить часть прав, часть величия. Вы можете получить наследие, вот просто так. Ну, не просто так. Надо что-то оставить. Что? Мы из-за исцеления заплатим тебе золото, серебро, все, что угодно люди отдают, чтобы лишь бы быть живым, здоровым, за родителей, за детей, за близких. Оставьте просто грехи ваши мне. Вот просто отдайте их мне. Христос говорит, все, что мне от вас нужно, признайте меня Господом и отдайте мне самое противное, самое гадкое, что у вас есть. Самое то, что никому не нужно. Самое то, что вас убивает, то, что превращает вас в нелюдей, то, что превращает вас непонятно что, то, что обезображивает человека, отдайте это мне. Я с этим разберусь, говорит Христос. Сделайте это, и все. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то
выходя из дома их или города того, наведите огонь, и пускай все сгорят прямо вот тут вот, чтобы знали все. Или пускай затопит всех, или медведи на них нападут, или что угодно, слепотой порази их. Чтобы знали, чтобы поняли, от кого отказались, чтобы почувствовали, чтобы всем неповадно было. Нет, Христос не делает так. Он не заставляет, Он не ломает, Он не нагибает. Он тихо просит и предлагает спасение через то, что отдает Сам Себя в жертву за людей. Принимает грехи свои, грехи на Себя, всего человечества, бывшего и будущего, всю эту мерзость Он берет на Себя. И властью Своей, как безгрешного, как прошедшего все испытания и выдержавшего, и властью Господа воскресает и дает нам что? Вечную жизнь и прощение. В каждой капле Его крови прощение достаточно на всех. Просто так, даром. Используя свою власть, свое величие и свое могущество, Он делает все, чтобы побороть зло, чтобы победить грех и дать возможность всем, каждому, просто так, в любой момент жизни, в любых ситуациях, в любых переживаниях, в любом месте, будь ты прибит ко кресту рядом с Ним или где-либо в другом, получить прощение и освобождение. Вот такой великий наш Господь. Аминь. Господь наш Бог, великий Владыка всего творения, Ты дал нам Сына Своего, Ты дал Ему всю власть, Ты дал Ему возможность и силу спасти нас и освободить, и мы благодарны Тебе, Господи, за это. Мы благодарим Тебя за то, что Ты когда-то нашел и нас, и открылся нам. За то, что Ты ведешь нас. За то, что Ты даешь надежду, даешь уверенность. За то, что Ты каждый день с нами. За то, что в любой момент жизни, когда мы сомневаемся, когда мы падаем, когда мы смотрим не туда и начинаем тонуть, Ты готов взять нас за руку и поднять. Ты готов зайти вместе с нами и в ураган, и в шторм, и в любое место, в любую яму, где мы находимся, и спасти, и вытащить, и помочь, и даровать гражданство Царства Небесного, и даровать привилегию быть причастным Церкви, к телу Твоей. Благодарим Тебя, Христос,
Слава Тебе. Аминь. Такого отца, которого мы сегодня слышали. Хотим мы... Аминь. А теперь дальше идет. Написано, сказал, идите. Быть учениками одно, да, а нужно теоретически, нужно еще быть практически его учениками. We not have to be just theoretically of his disciples, right? We have to be practically his disciples в нашей жизни. И Он своей любовью и милостью дарует нам все необходимое. Но вначале, как уже было сказано, нужно оставить все, надо прийти к Нему, покаяться в грехах и быть, чтобы быть с Ним. Нужно сделать этот шаг. И те, у кого этот вопрос еще есть, возможно, его даже нету еще, но хотелось бы, чтобы этот вопрос разрешился именно в таком варианте. Пришли, покаялись и получили покаянием
все то, что Иисус Господь нам дарует. Славлю Тебя, Бога моего, за милость Твою, за это время, за это слово, слово, которое нас назидало, которое нас, возможно, разбудило, слово, которое дарует уверенность в Боге нашем и дает уверенность в том, что быть детем такого Отца – это такая привилегия, это такое счастье. Я благодарен Тебе, Иисус, за это время. Прошу, благослови от этого момента, когда мы пойдем дальше, чтобы мы действительно были теми, кто показывает своего Отца в жизни. Каждый день, где бы мы ни были, Господь, прошу Тебя, благослови нас являть Тебя. Я благодарен Тебе еще раз за возможность быть вместе, за возможность славить Твое святое имя. Слава Тебе, наш Бог. Аминь. Аминь. С миром Божьим.